кому я была царица, говорит одна девица, яд для батюшки царя наткала бы полотна. Кому я была царица, говорит ее сестрица, я на весь крещенный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, третья молвила девица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в темницу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позади забора. Речь последней по всему полюбилась ему. Приглашаю вас в царство Пушкина. Настолько сладостные бывают эти мгновения, что даже иностранцам понятна эта красота. Мои ученики, иностранцы, когда видят иллюстрации, слышат музыку, слово, еще ничего не понимая, о чем там речь, они просто обалдевают, простите меня за такое настроение и просторечие, потому что это та самая гармония, которая, может быть, когда-то названа была Леонардо да Винчи «золотым сечением». Дай Бог нам, уважаемые поэты, немножечко приблизиться и продолжить его дело. Спасибо вам, уважаемые гости, спасибо вам, уважаемые исполнители, поэты мои дорогие. Давайте держаться, все будет хорошо. До свидания.